храме Серафима Саровского свои лучшие постные рецепты представили юные кулинары. Воспитанник православной школы Преображения Арсений приготовил фасолевое масло. Таким питались во времена войны. Этот простой рецепт хранится в семье как реликвия. Появился он от погибшего на фронте дедушки. Они брали фасоль, перемалывали ее, и получалось такое масло. Они намазывали на хлеб это масло, и это было самое вкусное вот у них. Вареники с картошкой, яблочный пирог, малахитовая черепаха, кисель и различные морсы. Участники фестиваля утверждают, и поститься можно вкусно. Пускай дети покажут людям, что пост – это благо для души и для тела тоже, потому что многие боятся поста, боятся просто приступить к посту. Но дети, вот, которые все это приготовили, всю эту красоту и вкусноту, они, поверьте, так же постятся, как и взрослые. И такие же жизнерадостные остаются, как и в пасхальные дни. Всекубанский фестиваль православной кухни проходит уже 14-й год. Его участники обмениваются опытом, но самое главное для них – знание сути поста. И отказ от скоромной пищи – это еще не все. Важно достичь духовного очищения.